Приветствую, друзья! Продолжаем помогать не только нашим защитникам, медицинским, военным и гражданским учреждениям, а также мирному населению. К нам обратился сослуживец нашего земляка, который в данный момент воюет на Курском направлении, с просьбой помочь эвакуировать его родных из Купянска. Какая там обстановка, вам рассказывать не надо. По данному вопросу мы обратились к нашим друзьям-волонтерам из Шелуховки. Они подыскали дом под потребности переселенцев, переложили в нем печь и приняли их так, чтобы люди ни в чем не нуждались. Огромное спасибо Павленко Ольге, Катунина Виктории, Кравцову Максиму и Рыбак Ивану за заботу и помощь данной семье военнослужащего. Друзья, огромное спасибо всем вам за поддержку наших защитников, за помощь медицинским учреждениям, за поддержку мирного населения. Пожалуйста, в данный момент у нас еще не закрыт сбор по РЭБу, который мы уже отдали бойцам. Огромная просьба, поддержите его. Также у нас открыта банка по сбору на изготовление плат, которые крайне необходимы нашим бойцам для уничтожения противника. Не забываем, что только совместными усилиями, помогая нашим ребятам, мы приближаем победу. Слава ЗСУ! Слава Украине!